Публичные слушания проекта бюджета на следующие 3 года прошли в онлайн-формате. Провели их представители муниципалитета и Совета депутатов, а любой житель округа мог подключиться к трансляции и задать свои вопросы. Проект бюджета народные избранники утвердили еще 11 ноября. Теперь, согласно процедуре, настало время публичного обсуждения планов о доходах и расходах городской казны. Любой житель города Люберцы сегодня присутствовал онлайн и мог слышать непосредственно сами слушания. И жители также записались на участие в слушаниях и задавали вопросы. Планируемый дефицит бюджета следующего года – 740 миллионов рублей. Но жителей заверили – ситуация управляемая. Возможности дополнительного дохода для казны округа в следующем году будет выявлять специальная комиссия. Проект решения Совета депутатов о бюджете городского округа Люберцы на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов основан на прогнозе социально-экономического развития, на основных направлениях бюджетной и налоговой политики и 17 типовых муниципальных программах. Одной из задач при формировании проекта бюджета является обеспечение его сбалансированности и устойчивости. В 2022 году планируемый дефицит составит уже 508 миллионов рублей, в 2023 – 308. Окончательную редакцию бюджета Совет депутатов рассмотрит 2 декабря. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.